Конечно, нельзя сказать, что города Донецкой Народной Республики смогут быстро опомниться от событий, виновниками которых стали украинские власти. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что жители Новороссии, несмотря на обстановку, не собираются оставлять города, процветанию и успеху которых посвятили свои жизни. И эти места, несомненно, платят им той же монетой. Вот уже видим, дают деньги, уже надеемся на это. А так, конечно, по сравнению, что нас вообще заглушили. Ни пенсии, ни зарплат, ничего. Ну, сейчас уже смотрю, людям дают по 1000, уже нормально. Спасибо огромное. Думаем, что мы будем все-таки расцветать. Мы надеемся на это. Москва не сразу строилась. Выражение, которое у большинства граждан Новороссии плотно вошло в обиход. И будет еще долгое время в нашем лексиконе. Ведь строительство своего, собственного, нового, независимого и честного государства – это нелегкий труд. И оставшиеся в родных городах граждане Новороссии это прекрасно понимают. И пока на улице не громыхает эхо украинской артиллерии, жители Донецкой Народной Республики предпочитают занять себя более подходящим для сегодняшнего дня делом – предновогодними хлопотами. Людям стали давать частями какие-то деньги, люди уже стараются отовариться. Появились продукты вот у нас в магазине, обувь. Два магазина открылось, кстати, новеньких. То, что все позакрывалось у нас, теперь все открылось. Дешевая обувь, дешевые вещи появились у нас. Ничего, и у нас тоже поначалу было такое затмение. А сейчас уже с постепенным начинаем. Город мой, город, лишь ты все помнишь, лишь ты все знаешь, ты помнишь обо мне. Город мой, город, время проходит, но остается память о тебе.